Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого ответа недоумеющий. Сию ти молитву я положился. Грешник приносит, помилуй нас. Привет, меня зовут Ростислав. Це село Гнилиця Новобурлуцького району. Такий храм у них. Село невеличке, знаходиться на дуже красивій місцевості. Такі пагорби. Дуже гарно. Подивіться туди, от там у нас сосни ростуть. Дуже гарне місце. Жаль, що людей мало. Залишилось мало. Такий красивий храм. Подивіться. Господи, помилуй нас на тя боповаху, не прогнівайся на низилу. Благословлю Господа на всякое время. И вместе совершить богослужение вот с отцом Игорем, пособоровать вас и помянули всех наших умерших родственников, кто подавал записки, кто так просто молился. Ну, естественно, и пасхальные дни тоже будем встречаться, потому что надо приехать вам привести, как говорится, радостную весть о том, что воскрес Христос. Но наперед мы не будем загадывать, потому что мы не знаем, что будет завтра. Как мы показываем практикам, не знаем, что будет у нас завтрашним днем. Вот, будет все хотя бы так, как сейчас, значит, наверное, увидимся. Если будут какие-то изменения, значит, будем поступать по обстановке. Так что спасибо вас, всех вас причастием. Постарайтесь к следующему приезду. Сейчас Великий пост, постарайтесь поисповедоваться, причаститься. Это ж не сильно оно сложно. Просто так кажется, что надо воздержаться от того-то, от того, молитву почитать. Обязательно получится, если это вот делать. Отец Игорь тоже хочет сказать пару слов. Всем он рад вас видеть. Да, мои дорогие, я тут был последний раз. В 20-м или 21-м году, когда мы там были, не помню. Или в 20-м или 21-м на Рождество на Кресте. Я даже приезжал со своей перчиной, помните, там вот на какой-нибудь перчиной с рубежного привозил. Потом еще приезжали, и, ну, ничего не изменилось. Как было, так и есть, но наша епархия очень сильно пострадала. Вот Харьковская немножко пострадала, а наша епархия Изюмская пострадала очень сильно. Почти вся епархия была под оккупацией, активные бои действия происходили. Когда приехали разминировать нашу рубеж, она до сих пор заминированная. Кругом лепестки пораскидывали, и жертвы есть, и со смертельным исходом есть жертвы в нашем селе. И сами минеры говорили, видя рубежное, говорят, а... Говорит, что такое происходило? Тут, ну, несколько домов более-менее уцелело. Остальное все груды строительного мусора. Сейчас с Волчанском такое делают потихоньку. Но Волчанск это большой город все-таки. Это не как Рубежное, оно село, оно маленькое. И я сейчас, как говорил отец Дмитрий, в Волчанске служу. В Рубежном у нас осталось 11 человек там. Все побито, перебито, храм тоже побитый. И сейчас в Волчанске, мы в нижнем храме служим, а в верхний попало, вот месяц назад попало туда, с той стороны прилетело. И как раз вот эту часть там завалилась. Крыша и потолок попало, там все мы разрывали, небо видно.
И я говорю своим прихожанам, и вот батюшка тоже говорит, я им говорю, что ну, я туда каждое воскресенье, сейчас я жил в Рубежном, сейчас я живу в Харькове, потому что жить негде, все наше село стало бомжами в одночасье. Всех пришли, все разбили, жить негде людям, кто где куда поразъезжался, но не об этом. И я из Харькова еду в Волчанск, мостов нет, мосты все перебиты, раньше на лодках переплывали через Донец. Потом там кладки делали, через Рубежный на Писаревку переходили через них. Сейчас в Рубежном тоже появляется опасно, там диверсионные группы заходят, боевые действия, стреляют и бахают везде. Ездим через Старый Салтов, там все-таки сделали нам мосточек так, переходной, слава тебе Господи, переходим через него уже, на лодках не ездим, не плаваем, не ходим, или как-то правильно сказать. Туда машина, там машина едет, встречает. Но и я им говорю, мои дорогие, Волчанск обстреливает каждый божий день, каждую божию ночь. Вот в воскресенье были с отцом Дмитрием, ни одного выстрела не было. Я его понес, думаю, ну послушай, хоть как стреляет по нам. Ни разу не услышал, ничего не было. Святая Людмила приехала. И пушки замолчали. Муза приехала. Когда муза говорят, пушки молчат. Вот пушки молчали, потом только мы уехали, звонят с Волчанска, о, батюшка, началось. И я им говорю, прихожанам, и вам тоже говорю, причащайтесь каждую Божью службу, неизвестно, приеду я ли еще, или будет у нас возможность даже причаститься. Но неизвестно, что будет дальше, неизвестно, сможет ли батюшка к вам хотя приехать, пускай тихо у вас будет, но а вдруг не сможет приехать батюшка. А как без причастия? Как без причастия? Мы вкушаем тело и кровь Христова, и вкушая в этом, мы принимаем его естество Христово, мы становимся причастны. Почему называется причастие? Мы становимся причастны Ему, причастны Христу. Евангелист Иоанн Богослов в своем Евангелии, вторая часть 6 главы, он об этом говорит, посвятил словам Христа. Христос говорит, что едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. И дальше говорит, и того я воскрешу в последний день. Почему воскресит в последний день? Потому что у нас будет тело и кровь его, с милостью Божией, если Господь сподобит это. Готовьтесь все причащаться, все готовьтесь, ничего страшного. Попостимся, сейчас пост, помолимся, все равно дома делать нечего. Вот выключили все, что нам делать? Ну там огороды появятся, будет там немножко в нехватке. Все равно в огороде лавить вот тяпкой, Господи помилуй, Господи помилуй. Как четкий у монахов. Так уже, Господи помилуй. По слову, Господи помилуй. Вот и все, и молитва. И привет, сказать, батюшка, я так молилась весь пост, когда на огороде там лазила, там сажала, сеяла что-то. И все, и хорошо. Так что, мои дорогие, любите вашего батюшку, цените его. Таких батюшек мало ненормальных, таких единицы. Потому что вот, сейчас там градусник лежит в алтаре 2 градуса, ну а там снег наметенный, не растаял до сих пор, даже если 2 градуса, это ледник целый. А он вот, это я курточку не снимал, он, видите, он подрясник, а? Нет, свитера нет, и подрясник, вот, видите, на голое тело, в футболке в одной. И служит, и все. Так что, мои дорогие, приезжайте, приходите, когда он приезжает, и готовьтесь, и причащайтесь. Спасибо. Спасибо, Христос, батюшка Дмитрий, да, за выслушание. Спасибо. Всем вам, милохранителя, до встречи, подходите, дайте.